Здравствуйте, и снова с вами кадровое агентство «Атлант» в Праге, Чехия. На сегодняшний день мы хотели бы предложить вам три вакансии, которые подойдут для женской половины. Первая вакансия – это уборка на кухне, то есть мытье посуды, мытье фарфора, нарезка овощей. Заработная плата от 700 евро до 1200 евро, в зависимости от количества отработанных часов. Вторая вакансия – это вспомогательная работа на кухне, то есть генеральная уборка кухни, вынос мусора. Заработная плата идентичная от 700 евро до 1200 евро. Третья вакансия – это вспомогательная работа на кухне при приготовлении завтраков, еды, помощь в приготовлении кондитерских изделий. Заработная плата от 700 евро. Как уже было сказано ранее, все зависит от количества отработанных часов. В следующем видео мы хотели бы вам рассказать о вакансиях, которые подойдут для мужской половины. Всем пока!